Музыка – мост между реальностью и воображением. Представьте себе, как мелодии превращаются в волшебный мост, соединяющий разум и эмоции. Это магический ингредиент, который, сливаясь с силой слова в фэнтези, создает настоящий эликсир для души и разума. Как читатели творят историю и исцеляют души? Представьте, вы касаетесь страниц, и книга оживает, ожидая вашего слова, чтобы раскрыть тайны вашей души. Это не сон, это реальность интерактивного творчества и самопознания. Автор создает контуры мира и героев, но оставляет пробелы. И тут начинается магия. Читатели вступают в игру, проецируя свои страхи и мечты на персонажей. Напряжение нарастает. Идеи сталкиваются в жарких дебатах. Из хаоса рождается идеальное решение. Финальные аккорды музыки заставляют трепетать души. Мир, созданный общими усилиями, становится зеркалом внутренних изменений. Как фэнтези открывает дверь в наше подсознание? Начните с героя. Что в нем вас трогает? Загляните глубже, вы увидите себя. Злодей манит вас. Почему? Здесь кроются ваши тени. Погружайтесь глубже. Каждая эмоция – ключ к запертой двери внутри вас. Озарение. Вы видите себя настоящего, без масок. Слезы очищения, смех освобождения. Спадают оковы старых страхов. Вы понимаете, настоящее волшебство не в книге. Оно в вас. Вы творец своей истории, герой своего путешествия. Это только начало. Начало вашего истинного пути к себе настоящему. Какие приключения ждут вас завтра? Какие тайны раскроете? Какие подвиги совершите? В реальной жизни. Улыбнитесь, зная, что у вас есть ключ к бесконечным мирам внутри себя. Это улыбка начала новой, захватывающей главы.